Откуда есть пошла русская земля? Кожне покоління українців у свій спосіб намагається дати відповідь на це принципово важливе питання. Ось один з варіантів. В течение 9 и большей части 10 века на территории Восточной Европы успешно действовали различные сообщества скандинавских купцов-воинов, известных из современных источников как «росы». На Среднем Днепре Рось оказалась на пограничье, разделяющем в Восточной Европе лес и степь. Современные документы рисуют нам Киевскую Русь как численно небольшую группу работорговцев, сосредоточенную в единственной принадлежавшей им крепости – на самой кромке восточноевропейской степи. Киевская Русь – як величезна корпорація работорговців. До виникнення української держави залишалось ще 1000 років. Олексій Толочка. Очерки начальної Русі. Моя книга.